Паш, ну что случилось с командой после перерыва, что буквально там в течение 15 минут пропустили аж 3 гола? Я даже не знаю, вышли во втором тайме просто такие расслабленные, как будто, не знаю, очень расслабленные вышли, как будто мы просто так выиграем, просто так никто не выигрывает. У нас, не знаю, мы вот не дорабатываем или что-то еще, вроде стараемся выкладываться. Ну, не знаю, вот просто такие мячи пропускаем просто. Тут больше эмоций, чем объяснений, но со стороны показалось, что только в одном эпизоде была ошибка обороны, грубая, когда вышел соперник один на один, а в двух остальных моментах, ну вот, бывает такое в футболе. Согласишься? Да, бывает, это футбол, конечно, но все равно так нельзя проигрывать. Это очень-очень обидно, когда вот так проигрываешь. Вроде в первом тайме могли, вот моменты были, вроде могли забить, вот, и спокойно контролировать игру, вот, контролировать мяч, а мы просто, не знаю, вышли во втором тайме расслаблены, и только вот в конце чуть-чуть включились, и что-то вот в конце немного что-нибудь получилось, и все. Ты нормально уже влился в коллектив, уже 7 туров прошло, взаимопонимание с партнерами по команде установлено? Да, вот с ребятами у меня просто, с тренерским штабом просто отличные отношения, очень хорошие люди, вот сразу влился в состав, вот, вообще без проблем. Ну, а на поле взаимопонимания есть с ребятами? Потому что иногда кажется, что не совсем вы понимаете, что делаете. Да, иногда вот есть моменты еще есть моменты, которые со временем, надеюсь, исправятся. Есть моменты, где мы немножко не понимаем друг друга, а так вроде все у нас хорошо, вроде все понимаем друг друга. Но есть, конечно, да, согласен, моменты.